для того, чтобы сегодняшний день и завтрашний был ярким, классным и
возможность людям. Да, есть экология, наследственность, есть какие-то внешние причины, на которые мы с вами не можем повлиять. Но самые важные такие критерии, на которые мы можем влиять с вами каждый день, просыпаясь, мы можем каждый день решить, что мы выбираем, реагировать на ситуацию, истерить, устраивать скандал, портить настроение день себе и всем окружающим, или выбрать совсем другую реакцию. Что мы выбираем сегодня съесть, позавтракать, пообедать, поужинать, и как мы вообще планируем провести этот день, пролежать целый день на диване, просидеть в офисе, или все-таки вот свое тело чем-то нагрузить, чтобы оно, ну, в нем заложено, да, движение, активность. Нас так создавали когда-то, не для того, чтобы мы лежали на диване. Совершенно верно же. Ну, давайте повнимательнее посмотрим, да. То есть то, о чем я уже сказала, наши эмоции, отношения, состояние, реакции на то, что мы видим, что происходит с нами каждый день. Наше питание, привычки питания и то, как мы нагружаем свой организм. Давайте подробнее о питании сегодня чуть побольше поговорим, ну и в том числе о привычках. Может быть, кто-то с нами поделится, вот прямо из зала встанет и расскажет, вот сейчас подумайте, какая, может быть, у кого-то есть такая яркая, интересная привычка, которая помогает вам оставаться в форме, в тонусе, с достаточным количеством энергии, и кому-то из нас она поможет. Есть у кого-то такое вот что-то? Просыпаюсь и сразу улыбаюсь, потому что сейчас нужно то, что проснуться, и потом 20 минут зарядка. Здорово, спасибо. Еще по приходу компании Лэр я всегда употребляла ПАДы. Это с 2001 года моя фигура, несмотря на бой Лэр за это время, находится все время в одном и том же. Какие-то рамки превратиться в робота каждый день, да? Речь о том, что мы каждый день
выбираем баланс между тем, что мы делаем, что мы едим, куда мы двигаемся. И если этот баланс перевешивает в сторону нашего здоровья, радости, долголетия, богатства, мы там и окажемся. Да? То, о чем говорит Генрих, не обязательно это с утра там, до ночи быть в какой-то теме и сойти с ума на этой почве, там, считать калории, бежать, прыгать. Просто добавлять те привычки, которые легкие, которые, ну, мы действительно, да, всем известно, что там 21 день, 40 дней, и мы уже втягиваемся, мы втягиваемся в заряд, в правильное питание, в этот стакан воды с утра, вообще в правильный питьевой режим и так далее, и так далее. Но при этом, да, самое главное, если ты где-то отклонился, ну, я про себя, кто есть вот в зале, ну, вот, девчонок меня поддержит. Вот все хочу, все правильно, все делаю по расписанию, потом бац, и все сделал наоборот. У кого как есть? Ну вот у меня так, да? Я думаю, что не страшно. Я себе даже про зарядку так говорю, но если я сегодня не успела, не сделала, мои калории все равно сгорят. Знаете почему? От стыда. Какая разница, сгорят и так, да? Просто стараемся делать то, что от нас зависит, но при этом, если что-то не вышло, в том числе и по нашей вине, то есть не корим, не виним себя и продолжаем с завтрашнего дня двигаться дальше. По поводу вот воды еще немного. Буквально в последние дни где-то в интернете несколько раз попадалась картинка, прям произвела впечатление по поводу картинки с цветами и чем мы поем свои цветы, да, вот растения, там вода. И рядом ребенок, и вот приблизительно вот это. Ну, действительно жутко. Мы о себе не думаем, и о детях не думаем, но как-то я думаю, ну, может попробовать на цветочке, полить кока-колой, жалко. Да, жалко, не хочется мучить, понимаешь, к чему это приведет. Спасибо, что есть такие фишки, которые вот действительно врезаются в память, и ты каждый раз задумываешься, что сделать. Ну вот еще одна веселая картинка. Это по поводу того... Вообще, что это такое? Кто знает? Ну, труба какая-то. На самом деле у нас в организме очень похожие вещи. Вот сосуды выглядят приблизительно так. Да, вот мне партнеры подсказывают, профессионалы кишечник, ну, в общем, ужасы всякие, да? То есть, если мы 20, 30, 40 лет ничего не предпринимаем для того, чтобы помочь очистить организм, ну, вот вид такой может быть и хуже. Просто вот это надо увидеть и признаться себе. И здорово, что у нас с вами есть те продукты, которые легко и просто, не задумываясь о том, какие там надо сделать пропорции, сколько калорий, чего наколдовать и сколько раз в день через каждые 15 минут пить, да, вот разные методы бывают очищения организма, то вот йога и так далее, разные духовные практики, люди сталкиваются, чего только не придумаешь, чтобы почистить. У нас с вами есть элементарные вещи, одна минута утром, в обед и вечером, и все происходит естественно. Здесь уже действительно такая повеселее картинка, вот на самом деле мое утро начинается ровно так. У кого похоже? Здорово. А кто еще вообще не пробовал наши продукты вот для здоровья? Есть такие. Ну, я надеюсь, что вот сегодня появится желание и интерес, да, изучить повнимательнее, попробовать. Это действительно стоящие. Я очень благодарна, что в какой-то момент эти продукты пришли в мою жизнь. Это, конечно, защита. Вот такие продукты, как Mindmaster и ProBalance, я не буду там в детали вдаваться долго, потому что у нас есть для этого справочники, специалисты, в том числе от компании. Скажу, что когда появился Mindmaster, у меня младшей дочке третьей было где-то 8-9 месяцев. Ну, они у меня что-то все не спят, я каждый раз думаю, что вот сейчас садится и будет спать, там, как у всех нормальных людей, нет. То есть состояние, ну, действительно тяжелое, да, мама меня поймет. Когда появился Mindmaster, я летать начала. То есть действительно 4-5 часов сна в день такого вот неглубокого перерыва, и ты с утра встаешь как нормальный человек, это действительно работает. Про баланс. И вот про баланс – это минералы, это щелочи, которые помогают нашему организму вернуть правильный уровень кислотности, правильный уровень pH. Ну, собственно, там непонятно, кислый я щелочной, неизвестно, для чего это надо, сейчас мы быстренько посмотрим. Ну, вот такой опыт мы проводили буквально недавно, у нас там была встреча также с партнерами, клиентами, кандидатами, и мы набрали 3 стаканчика, чтобы наглядно, да, фокус, нам картинки врезаются в память, понимаем лучше, чем любые слова.
бетон, когда рвется, возникают в самых разных местах неожиданные болезни, которые были здоровы, откуда оно все взялось. Причем некоторые очень неприятные и страшные, да, которые даже говорить не хочется. Здесь много что написано, не буду перечислять. Здесь вот, мне что запомнилось, вы прочитаете. Понимаешь, что ты не делаешь ничего плохого. В принципе, да, ты особо-то вредного ничего не делаешь. Ты просто живешь обычной жизнью, какие-то естественные процессы, но в организме происходит окисление. Еще буквально там, ну, про баланс для меня вот последние несколько дней прям удивил. Я 3,5 года в бизнесе СЛР, и у меня самый главный такой критик, ничего не понимаешь, что там делаешь, это вот как у многих, догадайтесь, кто? Мам. Ей вот, что это такое, зачем мне все это надо, ну ладно, наливай. То есть я когда приезжаю в отпуск, я там буквально насильно у нее гель заливаю, но буквально вот этим летом у мамы и бабушки очень классный результат. Артрит, артроз, вот про баланс, звонит мне на несколько дней назад и говорит: Таня, сколько он стоит? Пришла к нам там, тетя Люда гость, продала. Первый раз вообще продала и продала про баланс в этом бизнесе, поэтому действительно потрясающая вещь. Как я уже говорила, о продукции есть справочник, все детали, вот кому интересен состав, как это работает. Причем этот справочник, вот есть кто не читал, не смотрел, ну есть и, да? Я когда первый раз его смотрела, вот, начала читать, он читается как художественная книжка. Вот если вам кажется, что там просто что-то неинтересное, там действительно вещи и результаты, и отзывы, рекомендации специалистов. Это то, что очень помогает в работе, даже если вы просто в ЛР для себя, вот для продукта во многом разберетесь. А вот Паша в самом начале, давайте, много я уже наговорила, кто-то засыпает, давайте поиграем чуть-чуть. Паша вначале сказал, вот кто сколько инвестирует. Включилось же в голове, кто-то посчитал сколько? Давайте так. Кто хочет вот, быть здоровым долго? Вставайте. Разомнемся заодно, вот надо физическая шутка. Все посчитали. А теперь давайте только честно. Мы даже на вас смотреть не будем, снимать не будем. Вот, на камеру фотографировать. Кто сегодня с утра не проинвестировал ничего в себя? Ни зарядку, ни продукты какие-то полезные. Кофе, сигареты, бутерброд с колбасой не считается. Вот где садитесь? Вот садитесь, честно, садитесь. То есть те, кто вот с утра понимает, что как-то утром начал не очень полезно для организма. Так, ну а вы считаете, считаете, кто сколько? Давайте так, кто до 100 рублей проинвестировал сегодня? Садитесь. Садитесь. Ну, вообще в день даже, да? Вообще. Ну, давайте вообще. Давайте вообще. Кто, действительно, с утра еще мы не все съели, что могли. А кто до 300 рублей, например? До 300. Предлагаю. Кто до 500? Генрик, ты один остался. Я думаю, что как раз остались и те, кто проинвестировал, и хорошо считает. Я думаю, что есть те, инвестировал, но просто туда еще не сообразил. Ну, собственно, вот результат, да, он налицо. Спасибо огромное. И да, как уже ребята вначале говорили, как часто мы хотим быть здоровыми? Раз в неделю, раз в месяц, как часто? Хотим каждый день, желательно с утра до вечера, да, без перерыва. А готовы ли мы каждый день инвестировать? Каждый день по чуть-чуть. И на самом деле вот эти суммы, вчера у меня такая была занимательная арифметика, я сама посчитала сколько. То есть это, ну вот с продуктами, например, наш набор Anti-Age, да, вот вернемся к нему. Очень классная вещь здесь не просто, что он есть, это готовое решение. Вот есть разные клубы здоровья, есть там клубы, кто худеет, кто стройнее, кто набирает, и куча всяких инструкций, книжках в интернете, но для этого тебе надо думать, считать, готовить, вообще анализировать, правильно. И очень классно, когда у нас есть абсолютно готовый инструмент на месяц. Вот просто готовое решение. Ты взял и ты не думаешь.
получать все – очищение, питание и защиту. Каждый день ты тратишь на это 1-2 минуты, просто вот это идет параллельно, и при этом ты даешь неоценимую, незаменимую помощь для себя, для своего здоровья, для своего будущего. И сколько это стоит? Вот как вы думаете, так на скидку, сколько стоит в день, вот если это тангенч по партнерской цене, нашей цене со скидкой посчитать? 283 рубля. Кофе в Starbucks стоит столько же, да? Ну, я чай пью. Да. 283 рубля, если добавить сюда... Потом я начала считать, сколько у меня выходит. Ну, вот это в полном комплекте. Плюс коктейли, плюс батончики, плюс чай. То есть это уже порядка 600 рублей. То есть вся наша линейка Slim-Active. И плюс еще, конечно, как не посчитать Twenty Edge, это наши вот новые потрясающие все серии по уходу. Я их тоже туда посчитала. То есть порядка 1000 рублей. Ну вот, и я чувствовала выполненного долга, пошла спать. Думаю, как я вообще здорово сегодня себя проинвестировала. Кстати, ну чуть-чуть отклонюсь, просто вот не могу промолчать. Да? Понятно, что не все были все в курсе, что у нас вышла новая серия Xerox. Вот NPH, вот прям в тему. Все в курсе, кто уже пробовал? Есть такие. Мы были буквально несколько дней еще на обучении. Вот я скажу то, что меня удивило. Это вот этот продукт, то, что я сейчас всем своим подругам говорю, да, 35-40 плюс, кто уже активно много что использует, то, что не хочется использовать. А вот эта серия, это воздействие такое же, как ботокс. Миорелаксант расслабляет мышцы. Действует точно так же, просто это не за там полчаса, а за 2-3 недели ты видишь этот результат. Но удивило даже не это. Кто знает, что, например, ботокс больше 10 раз в принципе нельзя использовать? А я не знала. То есть я понимаю, что те вот, например, мои... Больше одного, да? Ну, ты... у меня вообще нет такого слова «нельзя». Но вот понимаешь, что 10 раз, и кто начинает в 35-40 лет, а что делать в 50, потому что действительно, да, вот уже нужно все, ты уже не можешь ничего делать, то есть мышцы атрофируются, просто нельзя. И я пугаю теперь подруг. И все пробуют делать, интересно, да, ну потому что я сама испугалась. Ну что, кто вернется к контейнер продуктам, а кто, может быть, первый раз попробует, кто хочет вообще возобновить этот процесс, кто от него отступил? Понимая, что времени и денег на это потребуется, но действительно очень мало по сравнению с тем, что мы вкладываем совершенно дурацкие вещи в течение дня. Я надеюсь, что сегодня вот что-то разбудило вас, возможно, пригодится что-то, и вы начнете изучать больше, возможно, расскажете близким людям еще что-то больше, да, не будете молчать об этом. Если так будет, то вот сегодня, значит, мое выступление удалось. Спасибо огромное.